Здравствуйте, друзья! Сегодня мы готовим с вами салат-закуску из кабачка или цукини. Блюдо это в корейском стиле. Готовится просто, получается вкусно, хрустяще, пикантно. Для начала берем кабачок или цукини. У меня сегодня цукини. И нарезаем. Нарезаем наискосок. Складываем в мисочку. И морковь, и цукини, и кабачок у нас будет сырым. Друзья, наш кабачок или цукини мы присаливаем. Щепотки 2-3. Перемешиваем хорошо. И оставляем на 10 минут. Цукини или кабачок должен просолиться. Теперь мы занимаемся луком. Берем большущую луковицу. Нарезаем ее мелким кубиком. Теперь, друзья, разогреваем сковородку. Наливаем растительное масло без запаха. Где-то 100 мл. И выкладываем лук на сковороду. Нам надо его обжарить до румяности. Теперь занимаемся морковью. Морковь нам надо натереть соломкой. Натерли морковь. Выкладываем ее в мисочку. Следим за луком. Морковь мы тоже присаливаем, так же, как и кабачок или цукини. 2-3 щепотки. Перемешиваем хорошо руками. Морковь тоже отставляем минут на 10, пусть просолится. Теперь натираем чеснок или выдавливаем. Наш лучок готов. Выключаем газ. Мы подготовили глубокую миску. Сейчас мы отожмем цукини или кабачок от лишней влаги. Можно это делать руками просто, можно взять бумажное полотенце. Я еще бумажным полотенцем немного промокну, чтобы убрать лишнюю влагу. Теперь, друзья, мы сюда высыпаем наш жареный лук. Лук у нас жарился в 100 мл масла. И этого масла будет нам достаточно для всего нашего салата. Сюда мы отправляем чеснок. Теперь занимаемся морковью. Морковь дала сок. Отдавливаем ее и выкладываем в общую миску. Друзья, нам осталось наш салат, закуску приправить и подать на блюде. Одеваем перчатки, будем смешивать перчаткой. Здесь у нас сахар, а здесь уксус. Соединяем сахар с уксусом. Хорошо смешать надо. Заливаем это все в салат. Все пропорции будут указаны под видео. Ну и здесь у меня красный острый перец, он слабо острый. И черный молотый перец свеженький. У кого нет красного острого перца, чили, рекомендую использовать паприку. Вот, тогда черного перца кладите побольше. Выкладываем все в общую миску. Теперь это все надо перемешать. Делаю я это руками. Пробуем на вкус. Вкус у этого блюда получается кисло, сладко, остренько и солененький. Вот такой вот. Ну и подаем наш салат закуску. Итак, друзья, мы сегодня приготовили с вами кабачок или цукини по-корейски. Это может быть и гарнир, и салат. Очень хорошо подавать к рыбе, к мясу. Готовьте так, это просто и вкусно. Спасибо за просмотр и пока-пока!